Сегодня попадет, когда папа мой придет, потому что Карлсон съел варенье. Но все это ерунда, скажет Карлсон, и тогда загудит его большой пропеллер. Карлсон, который живет на крыше, он прилетит, он меня услышит. У вас можно тут приземлиться? Привет, Карлсон. Привет, малыш. Я мужчина. Хоть куда. В полном развитии. У тебя варенье есть? Есть. Тащи. Настанет час слов, что пришли не вдруг. Тень пустого сна растворит весна, вновь замыкая круг. Словно свет в ночи, той весны лучи брызнут поверх голов. Через сотню нет, сложатся в куплет буквы обычных слов, буквы пришедших слов. Через сто дождей станет день светлей, и вновь задавая тон. Что разлук вдруг вернется друг, петь вновь под гитарный звон. Вновь запрещена дерзкая мечта и будет ждать, когда. Сотню нет презрев, сложатся в припев звуки обычных да. И грядущих, да.
сложатся в припев звуки обычных, да, звуки грядущих, да. Телегин у Режа лучшим игроком. Нет, мы тебе подарили уже. Удачи, как ждем вас на новый турнир. Растите, ждем вас в гости. И ждем приглашения. Так, сейчас на первом поле финал. Первый Уралец. И Высокогорец. Готовимся к на выход. Итак, друзья. Да? А что тут? Тихо стало. Раз, 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 два, три, четыре, раз, два, 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 раз, два. Раз, 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 раз. Вот, вот так вот будет лучше. Итак, всем спасибо большое участникам команд, которые приехали, гости города и тому подобное. Для начала мы хотели бы... наградить спонсоров и партнеров. Так, награждается спонсор, главный спонсор турнира торгового центра «Квадрат» Алексей Геннадьевич Фертиков. Похлопаем. Огромное спасибо. Хотелось бы пару слов. Большое спасибо за то, что я сегодня увидел.
будущие чемпионы мира, надеюсь, стоят передо мной. Или нет? Да или нет? Молодцы. Я хочу, ребят, поздравить вас с открытием сезона 2018 года. Пожелать вам здоровья, успехов, хорошей борьбы, чтобы вы все были всегда в команде, друг друга ценили, уважали, дружили по-настоящему. Будьте настоящими мужиками. Большое-большое спасибо вам. Второй партнер турнира – это Куклин Виктор Александрович. Это организация «Додо», которая предоставила нам сегодня пиццу. Не все еще получили, но сейчас получат. Пару слов. Рад принять участие в таком мероприятии. И, ребят, от себя скажу, я тоже немного спортом занимаюсь. И понял одно, и думаю, это ни для кого не секрет. В спорте главное упорство – достижение цели, не сдаваться. Каждый день работать. На результаты он непременно будет. Молодцы, поздравляю вас. И третий у нас партнер – это реактор «Гараж Кастомс». Если кто не знает, там в баннере висит. Батурлин Сергей Валерьевич. Много чего сказано уже, ребята. Все молодцы. Всех поздравляю с этим открытием. Хочу присоединиться ко всем сказанным словам. И новых побед, новых удач. Ура! Итак, сейчас мы пройдемся по лучшим игрокам команд, которые были признаны. Приглашается Бросев Александр, команда «Теплозон». По лучшему игроку. Кто там? Так, команде «Спутник» Глазырин Данил. В команде «Уралец-2» Попов Антон. Так, и перейдем к финалистам. Так, из команды «Высокогорец» приглашается сюда Юра Гурьев. Уралец один, это Денис Горбачев. Денис, я тут. Итак, далее давайте наградим участников турнира. Сюда приглашается капитан команды «Спутник». Команды «Уралец-2» Козулев. Диплом за участника в турнире. Сейчас мы перейдем к команде, занявшая третье место. Это гости нашего города, из города Невьянск.
Дюс Теплозон. Серебряным призером становится команда «Высокогорец». Ну и кубок квадрата завоевывает «Уралец-1». Вот такой скромненький кубок. Но очень красивый. Держи. Итак, у нас еще один приз. Как велено было сказано, не сказать это. Лучший игрок турнира всего присуждается Влад Крежевских. Приз отдельный от Гараж Кастомс Реактор. Всем огромное спасибо, что приехали, поучаствовали в турнире. Ждем вас на будущее. Еще турниры позовем вас. Всем удачи, до свидания. Подойдите, пожалуйста, кто не получал еще.